Развитие массового спорта в регионе, организацию детского отдыха и цифровизацию отрасли временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев обсудил сегодня с исполняющим обязанности министра физической культуры и спорта республики Василием Петровым. На встрече обсудили основные направления деятельности министерства и реализацию национальных проектов в области спорта и физической культуры, которая стала главной темой разговора. В центре внимания – развитие детско-юношеского студенческого спорта, спортивной инфраструктуры, организация детского отдыха. Привлечь к активным занятиям необходимо и старшее поколение, выделить специальное время и сделать посещение спортивных центров бесплатным. Во время прохождения диспансеризации, я думаю, врачи могли бы им подсказать, каким видом спорта, какой двигательной активностью им лучше заниматься, чтобы только польза была для здоровья. Мне кажется, совершенно правильный, хороший подход. То есть, если врачи им говорят, значит, да, там, какие виды активности им будут более, скажем, доступные и полезные. А с другой стороны, мы им даем возможность посещения наших спортивных сооружений в те моменты, когда сами спортивные сооружения минимально загружены, но при этом они абсолютно бесплатно их посещают. Работа ведомства в полном объеме возобновится после окончания карантина. Ольга Алексеева, Павел Редков, Республика.